Поисками занялись сотрудники полиции. Родители сообщили, что парень может находиться в Советском районе областного центра. По ориентировке подростка заметили около многоэтажек на улице Полонковской. Нами было обращено внимание на группу молодых людей, среди которых находился молодой человек, внешне по приметам схожий с без вести пропавшим молодым человеком. Подойдя к молодым людям, мы начали выяснять у молодого человека его личные данные, откуда он, где проживает. Данный молодой человек начал представляться не своими данными. Сотрудники правопорядка доставили подростка в отделение полиции, где несовершеннолетний пояснил, что всего-навсего отправился погулять с друзьями. Подростка и его родители пригласили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.